Нас оставалось только трое. Из 18 ребят, как много их друзей хороших, бежать оставалось. Всем добра и здравия. Сегодня мы идем вот в этот лес в составе отряда поискового красной машины. И у нас есть данные, что там боец. Точнее, медсестра. Ну, боец. Сейчас мы идем на разведку. С собой взяли только лопату и нож. Лопату и нож, да? Сейчас мы посмотрим, на месте, не на месте. Если все хорошо, то официальное поднятие когда? Ну, до 9 мая, 3 или 4 числа. 3 или 4 числа мая. Со следующим захоронением в братской могиле. Здесь вот раньше подъезд нормальный был, сейчас он дачи понастроили. И машину пришлось оставить вдалеке. Сейчас до места доберемся, посмотрим, что там. Будет видно. Да, вот Алексей, основатель этого отряда. Я в этом отряде с декабря, да, получается? Ну да, недавно. С декабря. В принципе, вот именно по такой тематике получается первый выезд. Шатры какие-то стоят. И поэтому... интересно. В 41 году в ноябре, в конце ноября было отступление, вот, и немцы пытались обойти флангов нашей отступающей части, которые уходили за Истру, естественно, очень сильно клали. Вот конкретно здесь Рокоссовский выполнял приказы Жукова, но легли очень много здесь бойцов. Скорее всего, это будет санитарка, в которой мы сейчас и будем искать. С наступающим всех, ребят, 9 мая. Всех с праздниками. У нас скоро 1 мая. Еще чуть-чуть прям осталось. Это что такое здесь? Бог его знает, что это такое. Да уж. Так, ну нам немного осталось до этого места. Да, господа, и не думайте, что мы как бы переходим полностью на другую тематику. Нет, старина у нас останется. Правильно? Так точно. Но и погибших наших не надо забывать. По возможности поднимаем, ездим. В основное наше направление Туржев. Речи Воробьева, Белогорова, Черкасова и так далее. Зубцов. Будем, если выезжать, будем по возможности вам показывать. Поднятие бойцов, если я не буду. А старина у нас как она была, так и будет. Это безусловно. Одно другому не мешает. Так точно. Блиндажи пошли. Да, он вход. Это наш. Ну, здесь их много, блиндажей. Туда дальше, вглубь леса, их огромное количество. Так, а боец у нас получается там вот. Точка у меня отмечена. Точка стоит. Вот, идем по точке. Направо, да? Да. Сейчас. Здесь вот на этом месте в 20-м году я наткнулся на бойца. И вот сейчас выдалась у нас возможность
проверить. Здесь по-другому все было. Так, ну вот нашли мы место. Здесь надо делать. А вон, видишь, она крошится. Ну, вот здесь-то. Так, ну на сегодня все. Кто, ребят, хочет присоединиться к поиску погибших во время Для этого надо время.